В Чебоксарском доме дружбы народов прошел вечер памяти Махмуда Дарвиша, выдающегося палестинского арабского поэта. В этом году ему исполнилось бы 78 лет. Межнациональный хоровод, так же как и праздник, объединил три культуры – чувашскую, русскую и арабскую. Этот вечер посвятили поэту Махмуду Дарвишу, одному из классиков национальной литературы и участнику палестинского сопротивления. В своей лирике он воспел родную Палестину и посвятил свое творчество нелегкой судьбе ее народа. День рождения нашего земляка Махмуд Дарвиш, всем известным поэтам, который вот словами вот боролся за родину, и у него очень много достижений в литературе и в арабском мире, и во всем мире. Около 30 сборников произведений палестинского поэта опубликовано на арабском. Его стихи переведены на 35 языков мира. Творчество Махмуда Дарвиша отмечено и в Советском Союзе. В 1983 году ему была присуждена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.